Доброго всем времени суток, с вами Тексер, Инкейст, продолжается мой великий поход по миру, не забыть на Кладбон вернуться, да, да, сейчас еще раз пробегусь, это Пэрис, ага, это автостоянка, бункеры понятно. Это впереди еще. Надо рассказать мужику, что починил ему метком. Сейчас не буду возвращаться, но, короче, надо будет пройти через пикник, через эту, и потом на Магеллан. Пошли в Родцовскую пещеру. Блин, или сходить. Схожу. Блин, я потом забуду. Усталость будет вообще в хламину, ну пошли. Я просто потом забуду. Вы видите человека, потерянного бредущего по обочине дороги. Облик путника довольно необычен. Он одет в униформу Кронуса старого образца, выглядящий на удивление свежий и новый. Из прошлого выпал. Подойду. Ох ты как! Привал одинокого путника. Это очень странно. Ничего нет, большой контейнер он лежит, не забудь. Ладно. Тони доктор. Давай пообщаемся с тобой, доктор. Здорово! Просто в таких случаях все время подозреваю, что драться будем. А, темная морда. Отношения репутации черного крылья. Заодно. Он рад, что улыбается. Господи, живой человек, как же здорово. Тут кроме сплошные брошенные машины, жилые блоки, даже база какая-то была. И не души. Странно, черт возьми. Путник кивает, но руки не подает. Тони доктор, я ведь, знаешь, я в жизни ничего прекраснее купола не видел. Особое место это точно. Так радовался, когда я подобрили. Короче, я уже в конце августа на шпиле был. А потом, черт знает, что случилось. Земля затряслась, смотрю, ураган катится. А потом я просто оказываюсь здесь. Так. Я не буду советовать его ни к чему присоединяться. Просто скажу, что случилось с миром, дам координаты ближайших поселений. Тони доктор смотрит на экран своего ладоника, разглядывая мерзающую карту. Как все изменилось. В прошлый раз карта была совсем другой. Знаешь, ты правильно говоришь, надо все хорошо обдумать. Вот я и обдумаю. Это все чертовски неожиданно, конечно. Спасибо за помощь. Ведь я долго разбирался, что происходит. Доброй дороги. Машет рукой на прощение и уходит. Ну, забавно, но... Ну, может быть, что-то произошло бы, если бы я попытался его куда-то сагитировать. Большой контейнер пустой. Как красиво, да? Большой контейнер пусто. Зачем он тут? Я, конечно, понимаю, что рандом, но все равно. Ладно, продолжаем мой путь. А хорошую такую территорию прочищу. Что, усталость там прыгает. Плюс-минус, ну. Невдалеке виднеется торговый пост церкви, он выглядит немного непривычно. Дело не в обстановке, а скорее в персоналиях. Одна из фигур, стоящих возле прилавка, выделяется нехарактерно обильными габаритами. Впрочем, здесь торгуют еду, и то неудивительно, что кто-то решил отъесться впрок. Смотрю. Один из церковников, а именно сам торговец, действительно весьма упитан. И, похоже, доволен собой. Охранники посмотрят на него с очевидным недоворением. Постов, впрочем, не покидают, за их спинами тюки и упаковки со съестными. Давайте я что-нибудь продам. Просто что-нибудь у меня с собой есть. Звучит, что-нибудь у меня с собой есть. Да. Ну, тут. Сами понимаете, обшарить можно всякое. А уже персонаж спать хочет, но я переживу. Водичка, хорошо. Ну, давай торговать. Чем могу помочь? Это бухловатый, пахнущий колбасой детина в странных телячках, ковыряется в зубах при вашем приближении. Я брат Фредерик Тук. А это продуктовая лавка приблагого храма Вихря. Ну что, поторгуем? Монах Тук, это Робин Гуд. Там монах Тук был. А, бесплатно не раздаете? Ну уж извините, но мы не богадельны. Храм надо что-то содержать. Торговать будем? Да. Так, погнали. На тебе швабру. На тебе еще швабру. На тебе... Бабло у тебя есть? Бабло есть. На тебе дробовик. Пистолет с пистолетными патронами. Забирай нафиг. Прощав, пень. Автомат оставлю, но что-то у меня, по-моему,
Не все могут этими автоматами пользоваться. Оо, пульсар. Оружейная батарея. Да, на, забирай. Телепортер забирай, гранат не дам. Так, что-то еще. Бутылек пустой забирай. Старый рюкзак забирай. Это старый рюкзак. Так. Набор разминирования, молотов. Сюжетная броня, 2500, у тебя сколько? У тебя 3200, хорошо. Сейчас-то у меня затарится, товарищ. Обучаемость нахрен. Решительность защиты пускай будет. Рукавица Фемида, легкое тяжелое оружие. А что я их не ношу? Хотел бы я знать. А, ношу. Это вторая Фемида. Легкая и тяжелая. У меня у девки энергооружие, так что не нужно. Так. Пиво Андрей. Биохимическое плюс 15. Пускай лежит, ладно, вдруг пригодится. Пояс рабочего. Груз плюс 4. Забирай нафиг. Лишнее барахло таскать. Крысий хвостик, кусок таракана, пригодится, еще кусок какой-то жирный, я уж не помню, кого это кусок, от кого-то кусок. Гильзы не отдам, заточки нафиг, журналы покоплю пока, это кто? Рельтовая пыль, вроде для какого-то крафта она нужна, шомпол. Эх, а ты кто? Осколки реликтов тоже хорошо, у меня то пыль, то осколки. Вот, неплохо. Так, что мне из этого надо? Ничего мне не надо. Воды надо. Это раз. Кофея, вот так немножко. Это два. Да и все, собственно, уравниваем. Продаем. Неплохо поторговал, прям совсем неплохо. Так, продолжаем наш путь. Там не отосплюсь, конечно, но перед обратным рейсом отосплюсь, отъемся и все такое. А, че отосплюсь, отъемся? В этом... На заправке отосплюсь. Валяются обшайки, помню, жрец. Да, вот тут еще могила вот этого Дракулы, конечно, такое. Так, отцепитесь все. Пойду квест сдам. Но я не буду воевать с ним, пошел он в пень. Так. Это нездоровое занятие, с Дракулой воевать. Погодите, я не туда пошел? Да, я не туда пошел. У меня вот сюда, где мужик-то? Мужик! Мужик, я пришел! Вот он. Стой. А я уже начал скучать. Чувак, а я знаю, кто лежит в могиле безымянный. Гаррис прикладывает свою клешню к уху, больше похожа на кого-то монстра, вылезшего в человеческое тело. Как говоришь, Лайтон Лэнгли? Ясничка, ясничка. Ну, будет теперь Лайтон Лэнгли. И дату смерти тоже скажи надобно. Чтоб порядок был в учете. А, это я брата это нашел. Ну ладно. До встречи. Да погоди ты. И еще раз привет. Я починил твой метком. А, ну вы даете, ну молодца. От меня теперь еще жутух-то пойдет. А вы сами-то забегайте, еще пользуйтесь там бесплатно, я сделал для своих ведь. До встречи. Ну, в общем, ничего не изменилось. Да. Дракулу не копаю. Возможно, его можно как-то упокоить. Но я смотрю, ему огнестрел дамага не наносит. Это вот уже хреново, потому что я твою огнестрелом в основном. Или ему тот, кто его выкопал, дамага не наносит. Короче, там какая-то муть с ним. А скелеты у него злые. Так, Нэшвилл, пикник. Дойду? Ну, дойду, мне хреново будет, но я дойду. Ты
Слышите характерный треск счетчика Гейгера, с каждым вашим шагом он становится все интенсивнее. Впереди зона с повышенным уровнем радиации. Обойду. Тратишь значительное время. Ну и ладно. Что там ценного? Радиоактивный мутант там что-то ценное. Сильная усталость. Ну пока в уморок не падает, вообще нормально. Начните разбивать лагерь. То есть само за меня лагерь разбило. Хорошо. Говорили. Пум! Усталость. Ну блин. Да нет, скинь. Понял. Кофеёк. Вскочил, побежал. Так, не, погоди, сначала тогда жрать. Тогда сначала жрать. Че, вот так сразу наелся? Вот. До утра. Вы падаете на постель, успев подумать, эх, неплохо бы как следует отдохнуть. Эта мысль последняя, что промежется в голове. Потом сознание погружается в уютную, глубокую, теплую темноту. Вы спите, как бревно, как труп в морге, как медведь в берлоге, как древний механизм праотцов в глубокой пещере, где-то под песками купола. Вероятно, чтобы вас разбудить, придется организовать артиллерийскую канонаду или второй вудсток. И никаких снов. Время между касанием постели головы и подъемом пролетает буквально мгновенно, вы не успеваете его ощутить. Зато вы отлично выспались, отдохнули, освежились. У вас бодрость во всем теле, а голова готова к новым загадкам купола. Ну, типа, я очень хорошо выспался, я понял. Продуктивный сон, да, продуктивный сон. Ну, неплохо. На один раунд слепляет. Блин, а стоит? Троечку. Странная способность, но ладно. А ведь почти дошел. А пришлось есть и спать. Там еще пить придется. Так. Ну просто зона пикник. В подвал не хочу. Петр Зинчук мне не нужен. Так, мне тетка нужна. Блин, а где она? Ночь нейтральной зоны пикника оказывается под атакой. Начинает царить суета. Да, блин. Небольшая стайка тараканов. Ну, хорошо, стайка тараканов. У меня за спиной прям. Отлично. Прям такая красота. Я прям счастлив без меры, что стайка тараканов приперлась. Королева тараканов. Здорово. Лови реликтовый дротик, королева тараканов. Кританули тебя, да? И все. И в щит. И в щит. А, ты мужика так будешь пинать. Молодец, пинай мужика, правильно. Меня не пинай. А, ты... нет, ты дурак пинаешь. Это мой? Нет, Петр Зинчук. Петр Зинчук. Так. Упор. Стой-ка ты где? А, упор есть. Отлично. Давай длинную очередь. Неплохо зашло, между прочим. Ставим, конечно. Он что, просто орёт, что ли? Код 3, сотрудник ранен. Пришлите подкрепление. Да они турель фигачат. Вот зараза. Ну ладно, так туда и туда успел. Молодец. Молодец. И никуда его не погоню. Я рукопашник к ним не пущу. Мне надо его потом лечить. Эй, поддержите своего! Опять ты? Нет. Застрелите их уже кто-нибудь! Точно, застрелите кто-нибудь.
И я за то же. Застрелите их нафиг. Ну, психодел на королеву. Рассекающий дротик на королеву. Все на королеву. Ты куда идешь, зараза? Я понял. Все. Вот на этого я рукопашника напущу сейчас. Так. Коническая область. Хреновая коническая область. Ну как-то так. Добил, молодец. Ух ты, что там? Это что такое было сейчас? Хрена себе она светанула. Турель ядом не травится, если чё. Да меня в учебке покруче били. Да конечно, в учебке тебя покруче били. Но опять-таки, давай сюда встану. Даже вот сюда. О! Турель наконец жахнула. А ты не ори, ты делом займись. Орёт там с крыльца. Сейчас я их, да. Ох, я их как сейчас. Там с ученый больше толку. Подозревает неладное. Вот подозревай неладное. Так, я пока стою, я пока двигаться не могу. Чё-то как-то всё странно. Даже этим прицелом промахнулся. О, Зинчука ложили. Хе-хе. Интересно, а он живёт или он навсегда? Так, теперь на моего напали. Вот сволочи. Нет, я буду стоять. Отвлекать, так сказать, на себя. Блин, я сейчас отвлекаюсь. Косая дура. Стрелять не умеешь. Через не могу, усталость, нужна перезарядка. Давай, через не могу, и чё? Кто-нибудь запишите это на камеру. Да, конечно, на камеру-то. Тоже психоделами шпарит. Понятно. Так. Давай сюда отойдешь. Чтобы я все-таки конусом попытался их снять. Не хватает. Ну да, конечно, не хватает. Давайте рассекающим. Кританул. Ну и хорошо. Да-да-да, я там. Так, со следующего будем конусом фигачить. А пока обычным. Держись. Сейчас на самом деле его можно уводить. Он отвлек, он свое дело сделал. Теперь пусть там стоит, болеет. Ну не то, что твой. Вот договорил. Злость нельзя. Да хватит его уже бить. Так что сейчас ты познаешь мою. А то им придется реанимационный комплект на него изводить. Не хочу. Ну что, дотянет? Блин, подивки теперь стреляет. Тут зараза. Ну, а теперь много. Сейчас выпилим. Держись, давай. Так, давай дальнего. Промах. Ну да, у тебя сметка не лады. Опа. Ловить, козлы. И сохраню. А что, с турелями уже разобрались? Турели уже все? А, нет, живут турели. По-моему, отъехал. Да, они, видите, они стреляют в ближайшую. Но вылечимся, вылечимся. На скиллах вылечимся.
То есть ничего даже не расходуя. О, другая тролль пошла фигачить. Отлично. Так. Отравление, снижение. Ты живой? Вроде живой. Нет, лечиться мы не будем. Давай, конфету съешь. Это уже лучше. Это чтобы не помереть. Так, где кританул сейчас? Сейчас девку накритуют мне. Как можно быть такими жестокими? Действительно, сволочь. Так, уходи. Ты тоже стой. Мои навоевались, хватит. Так, теперь я. Давай. Отлично. Жду. Меня теперь будут плевать. Ну конечно, кого же счет. А, не только меня, уже хорошо. Так, турелька злобствует. Турель тоже там ходы сохраняют. Так это вообще дура касается своим этим метателем. Добьешь? Далеко. Давай я чуть подойду. В конце концов, не жру, не стреляю. Да кто ж их навидит? Никто не навидит. Один остался. Так, стой. Давай одиночкой. И то, по-моему, больше пользы. Призрачный диск там падает. Какими странными она то пучком, то волной. Да, целитесь в голову, там мозг. Там мозг, да. Ну, тараканов, там мозгов. Мозгов прям ого-го. Так, одиночка. Пыщ. И перезарядиться. Да ты задрал. Тошнота. А выглядит какое-то отражение, там, типа, горох об стену и все такое. Ты куда убежала? А, может, она лечить побежала? Здорово. Патронов нет, да? Вижу тараканов. Так, кто их? Зараз. Так, пошли лутать. У меня уровень, да? Перезаряжен, странно. Так, способности. Во что я тут? Это прям тут упарывался во что-то прям со страшной силой. Пилотирование, по-моему. А вот чё? Техника 60, надо, да? Вот. Уже приятно. Боевые. 150. Где? Где оно? Вот так. Так, хорошо. Тяжелое 150-150. Ну, выше, я так понимаю, не стоит. Рукавица Фемида, модификатор минус один. Чего? Рукавица Фемида. Залутаем. Блин, с королевой тараканов ни хрена вообще. Рядовых больше. Так, погнали. Храмушка. Вот как все плохо-то. Ты сама себя лечи. Ну, пойдет, ладно. Так, что, ну пойду сдам, наверное, квест. Вот, Перис. И спать. А что такое? Контейнер. Странный контейнер. Ну что, Перис, так тебе что-то продать можно? Тебе денег-то нет.
Хотя у меня есть ненужные куски тараканов. На платежок-то мы собираем. Ладно, не собираем. Все, больше ничего не было. Уху, какие люди! Как удалось сходить на то кладбище? Брат? Брат там? Да, брат там. Мне хотелось думать, что я ошибаюсь, но раз брата нигде нет, то он мой все еще жив. А так? Да что я опять? Ты говоришь, он похоронен, там плита, камень, из могилы ухаживают. Что ж, это все равно не заслуга Кронос. Просто он делает свою работу как надо, и ты тоже делаешь работу как надо. На, вот возьми. Давай подбодрим ее и отойдем. Надеюсь, еще увидимся? Надеемся. Так, этот кого остался? Тут помер, наверное, да? Семка. Странно. А и странная семка. Так. Тут покрапчу. Ну, в принципе... А сколько? Давай вот так. Сильно не буду свирепствовать. Блин, где еще разряженный кэп взять один? Как разрядить тот кэп, который у меня? Сколько реликвий у меня вроде-то были? Да. И нечего продавать. Давайте стол химика поюзаю. Ученого, ладно, ученого. А там еще стол был у деда. Прохода нет. Давай, смастерю что-нибудь. Отмычка, автохакер, тайзер. Шляпа. Тогда спать. До утра. Не выспался. До ночи. Снова до утра. И до утра. Ну, потому что утром выходить. О, все. Голодный! Пить хочет вообще прям караул. Ну, пить мы сейчас решим вопрос. С голодным тоже решим вопрос, на самом деле. Все есть. Все есть для этого. Стерильные бинты в пень не уперлись, шоковая граната. Давай создам одно. Ладно, еще одно создам. Так, пожрать. Вареное куриное яйцо. Мех 10. Подогретые бобы. Ну давай, ладно, еда все-таки. Так, и пойдем взбодримся об этом. Умывальник. Радиации вроде нет. Но лучше воспользуюсь. Так, что, пить не хочешь? Не хочешь. Так, набулькался. Выведем радиацию из организма. Я думаю, мне это пригодится. Отлично. Да нет. Да блин, да не турель. А это такой? Альберт Грин. А, он еду не торгует. Так. А, Жрат. Нажрамшись. Все, на выход. Так валяется. Давай его обшарим. Мне кажется, он все. Он сломался. Он так лежит так. Че, внимание, внимание. Все, 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 все. Че ж так сразу-то злобствует? Злобна, как не знаю что. Про отцовская пещера.
Что такое? Ну, опять силуэты, как обычно. Некроиды. Незаметно пройду мимо. Вообще не хочу с ним драться. Очень много возни, очень мало толку. Нормально, ни один не открыл, прошел. Так, ага, уже полчаса. Ну ладно, да, в пещеру не полезу. В пещеру полезу в следующей части. Кстати, мне надо легкую усталость. Надо спать, надо выйти на локацию и поспать. Хрен мне с усталостью, там тело минус один. А, давай. Тело минус один, это плохо. Насчет жрать не уверен, а вот спать надо. Утро. Еще голодный проснется, да? Сон лучше отдыха устало тело и разума. Но, похоже, от разума отдохнуть не суждено. Едва вы провалились в объятия морфея, ощущаете болезненный зуд где-то с внутренней стороны бедра, потом со спины и еще. Решив разобраться, вы внимательно следуете кровать собственное тело. Причина обнаружится просто. Под матрасом обитает дружное семейство клопов. На улице, в спальном мешке, ага. Вы частично отправляете их на тот свет, частично утряхиваете подальше спального места. Несмотря на победу, укусы чешутся. Сон, естественно, не идет, и лишь к утру казус стихает, вы умудряетесь подремать. На полноценный отдых это уже не тянет. Собака, давай до дня. Все нормально. Ну что ж, господа, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.